For last session, let's begin with some questions. И давайте начнем последнее занятие с вопросов. Скажите, пожалуйста, вот Вы говорили о том, что без бодхичитты нельзя практиковать, не стоит практиковать вообще танкру вредно. А если способ, вот человек понимает, что у него нет бодхичитты, есть посвящение, что ему в этом случае делать, отказаться от танкры и, и возможно ли да? Uh, you said that without bodhicitta it is dangerous to practice tantra. does it mean that if we receive a tantric initiation uh, but don't have bodhicitta, uh, what does it mean? should we uh, don't practice so we like renounce our empowerment? and is it actually possible to renounce uh, empowerment? If

И на комментарии великих тибетских мастеров. If, uh, the, uh, tantric, uh, Там говорится, что если во время тантрического посвящения мы не приняли обеты, то мы посвящение не получили. For all the classes Всег... для всех четырех классов тантра обеты бодхисаттвы всегда будут частью этого посвящения. А в двух высших классах тантры также принимаются и тантрические обеты. In order to take the vows, one has to accept the vows, Just sitting there, having no idea what's going on, and just repeating и для того чтобы принять обеты нужно действительно знать что происходит принять их сознательно если мы просто присутствуем на uh, ритуале посвящения повторяя какие-то uh, слова на тибетском которые мы uh, не понимаем uh, то мы посвящение не получаем conscious intentional act. Для того, чтобы обеты стали частью потока нашего ума, нужно, чтобы это был сознательный выбор, сознательное решение. So, if we have not done that at an empowerment, then we have just received perhaps the inspiration, what would be called the blessing. You took the empowerment as a blessing. И если мы этого не сделали, то мы присутствие на посвящении получаем разве что вдохновение, то, что называют благословением от присутствия на этом посвящении. In which case, just repeating the mantra, there's no harm, and trying to generate some sort of, you know, if it's Omani Pemi Hum, some compassion or something like that, there's no harm in that. But certainly it would not be appropriate to visualize ourselves in the form of the deity. И в этом случае, если мы после этого повторяем мантру, например, если это мантра Валакитишвары Умани и при этом медитируем в данном случае на сострадание, то в этом определенно не будет никакого вреда. Но чего нам определенно не нужно делать, это представлять себя в виде Валакитишвары. Now, in the case of taking the vows quite consciously, uh, it would be pretty strange to take those vows If uh, we had no, uh, let's say, the bodhisattva vows, without having any idea of what bodhicitta is, И, uh, нам... although we might have a wrong idea of what bodhicitta is, a lot of people think bodhicitta is just the same as compassion. И, uh, так как нам нужен, uh, нужно в какой-то степени uh, сознательное решение принять обеты, а среди них будут обязательно обеты бодхисаттвы, было бы странно принять обеты бодхисаттвы, не зная, что такое бодхичита. Конечно, возможно, у нас есть неправильное представление о бодхичите. Это действительно часто встречается, когда люди думают, что бодхичита – это то же самое, что и сострадание. But Uh, with respect to the bodhisattva vows, bodhisattva vows we supposed to know what they are beforehand. Uh, tantric vows and monastic vows, particularly tantric vows. The tradition is that uh, you don't know what they are before, but you are so have such strong bodhicitta that you're willing to take anything in order to be able to reach enlightenment quickly. That's the tradition nowadays. They're all published. Everybody knows what they are if they bother to search for. On the for it, for example. И uh, в частности обеты Бодхисаттвы они uh, обычно uh, известны до того как человек их принимает. И Поэтому было бы странно не знать их и не знать, что такое бадхичита принимает тантрическое посвящение, в то время как, например, в случае монашеских обетов и в особенности обетов тантры, заранее неизвестно, что это за обеты. Потому что, например, в тантре предполагается, что человек настолько развил бадхичиту, что он готов принять любые обеты для того, чтобы как можно быстрее достичь просветления. Поэтому заранее они неизвестны. Хотя сейчас в наше время, конечно, все уже не так, и uh, если человек, конечно, захочет, он может найти, uh, в том числе и тантрические обеты просто-напросто в интернете. Now, we might not really have developed much of a feeling for bodhicitta, and it might not be sincere, and I think in most of our cases it is far from being the full proper thing.

Но что, я думаю, важно, это признать, что пока еще у нас подлинной бадхичиты нету, и нам нужно над ней работать, и я готов, собираюсь над этим работать. Which means up the stages of Lamrim, the stages. The stages that preceded, а это означает, что нам нужно проработать все uh, этапы uh, пути Ламрима, uh, потому что без этого Бадхичита подлинно не будет. Just a few words. Need to certainly believe in rebirth, want to improve our rebirths, want to get rid of uncontrollably recurring rebirth, and then want to become a Buddha so we can help everybody else get rid of it. So those aspects are not easy to really Really believe and feel. И если вкратце речь идет о таких целях, как достижение более благоприятных рождений, далее полного освобождения от перерождений и, наконец, достижение просветления состояния Будды на благо всех существ, а uh, даже поверить в, uh, в то, что эти цели достижимы, не так-то просто. The two situations, one in which we have made a commitment to do a daily practice for the rest of our life or to do a certain amount of uh, practice, and other situations in which there's no such commitment. И вторая часть вашего вопроса касалась того, можно ли отложить практику тантры. И есть здесь два случая: мы или даем обязательство, что мы будем заниматься этой практикой каждый день до конца жизни, или что мы будем заниматься ей какое-то время, или мы такого обязательства не дали. If respect и если мы такое обязательство не приняли значит это и не обязательно а мы можем если хотим делать эту практику uh, с какой-то регулярностью но uh, конечно в этом случае важно сохранять уважительное отношение к этой практике и даже если мы уже приняли обязательство, но обнаружили, что мы начали заниматься практикой тантра преждевременно, то если процитировать моего учителя Серкангарин Паче, его ответ на uh, соответствующий вопрос. Он сказал, что uh, практику можно как бы просто отложить пока на дальнюю полку. And that means to, in our minds, not literally put it on a shelf, but in our minds, uh, put it away for the future in a very respectful place in our minds, in our intention, with the intention that this is a wonderful thing, and I hope to get back to it when I'm ready. И здесь имеется в виду, конечно, не буквально. Мы просто в своем уме, в некотором смысле, откладываем эту практику на. Дальнюю полку или кладем ее в шкаф, при этом очень уважительно, в некое уважительное место. То есть мы думаем, да, это очень хорошая практика, но пока еще я к ней не готов, поэтому я вернусь к ней тогда, когда буду готов. Yes. Я бы хотела тогда спросить на примере посвящения калачага в вашей книге вы как раз описываете, что там можно присутствовать как наблюдатель, то есть не принимать посвящения, не принимать обеты, но тогда какая польза вот наблюдателя от самого этого мероприятия, если, например, человек, который посещает калачакру, да, посвящение практику, посвящение калачакры, он, он ну, может не готов еще, да, выполнять тантрические обязательства и дальше именно следовать этой практике. Хотелось бы тогда узнать, почему в книжке описывается, что можно, в принципе, какая польза от этого? В вашей книге о Калачакре вы пишете о том, что даже если мы не готовы к тому, чтобы соблюдать обязательства, и заниматься практикой Калачакры, можно присутствовать на посвящении как наблюдатель. Но если мы практикой заниматься не будем, то какой в этом смысл, какая от этого может быть польза? In your book on Kalachakra, you write that it is possible to come to the empower, empowerment, uh, As an observer, without actually taking the empowerment, uh, if we think that we are not ready uh, to practice, we are not ready to take uh, the commitments. And uh, so, in this case, what is the benefit of coming to the empowerment just as an observer? Well, that advice that I uh, mentioned in my book is uh, a direct quotation from His Holiness the Dalai Lama. Вот uh, этот uh, совет, который я привожу в своей книге, это uh, прямая цитата Юстейшуда Лейламы. И он там использует термин нейтральный нейтральный наблюдатель. And, the term that he, used was and uh, he explained that when he uh, that he gives the empowerment basically when he's requested and all the conditions are

И его стиль, что говорит, что его намерение на самом деле не в том, чтобы дать посвящение. Is to it, than и uh, эта практика скала чакры очень продвинутая и uh, Поэтому uh, это очень продвинутая практика, которая предназначена для uh, уже готовых практикующих. Она очень сложная. Uh, хотя следует отметить, uh, что network. A huge network of it, getting the text translated and so on, showing far more interest than most tibetans the practice of kalachakra is restricted to just a very few small number of monasteries and is not a generally practiced uh, tantra Хотя следует отметить, что на Западе практика калачакры а, приобрела довольно значительное распространение, и а, западные практикующие интересуются этой практикой. Они даже создали а, сеть калачакры, и а, существуют группы, которые ее практикуют. В то время как а, среди тибетцев эта практика не очень популярна, есть разве что несколько небольших монастырей, где ее практикуют. И другое дело шестиразовая гуру-йога-чакры и она проще, и поэтому ее делают многие. Но сама садхана калачакры она очень длинная. Там 722 божества, поэтому далеко не все могут ее делать. So His Holiness says that, you know, he's not naive into thinking that he's giving it and everybody's going to practice, but uh, Kala Chakra, but rather his uh, point is that he brings, a, uh, that it attracts a huge number of people and what is most important are the preliminary teachings that he gives. He usually teaches 37 Bodhisattva practices or some sort of text like that as a uh, preparation and he says this is the most important. aspect of it, from his point of view. Uh, и поэтому, когда его свидетельство что дает это посвящение, само посвящение – это не его главное намерение, uh, он больше времени и больше внимания уделяет uh, подготовке к этому посвящению, и в качестве подготовительной части он дает объяснение таких текстов, как, например, 37 практик Бодхисаттвы, и говорит, что именно это самое важное, а не посвящение. И он говорит, что это с его точки зрения значительно важнее. And I recall at the kalachakra empowerment in toronto, canada. his holiness taught preliminary texts like this beforehand, and there were a number of people who came only for that and then left, didn't uh, stay for the empowerment. and there were far more people who didn't come for the preliminary teachings and came only for the empowerment. and his holiness remarked to everybody that uh, he really respected and appreciated those people that only came for the preliminary teachings and didn't stay for the empowerment. And he really thought it was most improper for uh, people to come only for the empowerment and not the preliminary Bodhisattva teachings. этого давал такие вот вступительные учения. Были люди, которые пришли только на вступительные учения и не пришли на посвящение, и по поводу них его стей, что отметил, что он действительно уважает именно этих людей, в то время как по поводу людей, которые пришли только на посвящение и не пришли на вступительное учение, которых было намного больше, его стей, что заметил, что это как раз неправильно. So, just coming as an observer, For the empowerment, you know, your main thing is the preliminary teachings is uh, beneficial in the sense that it's very inspiring, and coming for the whole thing, you do get the preliminary teaching, which is what His Holiness thinks is the most beneficial. И поэтому, если мы приходим на посвящение калачакры, то а, если мы присутствуем там как нейтральный наблюдатель, а, мы получаем определенное благословение или вдохновение, что может быть полезно. И кроме того, мы присутствуя на, на всем этом событии, а, соответственно, получаем и предварительное учение, что с точки зрения его святости особенно важно. In terms of if you are a neutral observer, what you can do during the empowerment to gain the most benefit from it. Not just like sitting back and watching an anthropological event, but uh, you could participate at a certain level without actually taking the empowerment. In terms of thinking of compassion and so on. И как раз в этой книге я даю советы о том, как получить наибольшую пользу от этого посвящения, если мы приходим туда как нейтральный наблюдатель. То есть мы можем не просто относиться к этому как к антропологическому событию, но и а, размышлять, к примеру, о сострадании. И тогда это уже будет, даже если мы не принимаем посвящение, значительно полезнее. Yes. впадает в большой океан, и сам становится этим океаном. В чем тогда состоит индивидуализация Будды, да, и там, что Будда Шакиму, например, это не Будда Майдрея, да, при состоянии присоединения, то есть вот, как можно это Спасибо. Вы в своих книгах неоднократно упоминаете о том, что, достигнув состояния Будды, существо сохраняет индивидуальный поток ума. И как это можно сопоставить с тем, что тем не менее все эти факторы природы Будды, они в некотором смысле универсальны, И просветление часто сравнивают с тем, как ручеек впадает в океан. В каком смысле мы все-таки сохраняем свою индивидуальность? Например, чем поток ума Будды Шакиму не отличается от потока ума Будды Майтреи? Uh, when uh, in your books you quite often say that uh, after achieving enlightenment we still uh, have uh, our individual uh, mind stream, uh, but on the other hand, all these uh, Buddha nature factors they are in a sense universal, and sometimes uh, achieving enlightenment is uh, being described as uh, uh, the uh, you know, a small river uh, come into a big, uh, large, enormous ocean. And uh, so, um, how can we uh, speak in terms of this individual or non individual thing? Uh, because we are describing uh, Buddhist Kemuni's mainstream and Maitreya's mainstream as two different mainstreams, But, well, are they like universal? And such things and voidness and others, they are universal, right? Uh, A lot depends on our understanding of the word universal. Uh, но это все зависит от того, как мы понимаем слово универсальный. Одно понимание это то, что это один большой океан. некая одна Another meaning is that it's found everywhere. And everywhere is an individual instance of it. Uh, другой uh, смысл здесь в том, что универсальное это то, что может быть найдено везде, и то есть каждый отдельный пример uh, содержит в себе это универсальное. this applies to everything, so it's Applicable. Doesn't mean that it's just one big thing. И когда мы говорим о пустотности, мы имеем в виду, что каждое явление пустотно. Да, мы можем говорить, конечно, и о пустотности всех явлений в целом, но в принципе в целом пустотность это то, что относится, то, что приложимо к любому явлению. And uh, the statement that uh, enlightenment or liberation is uh, like uh, all the little streams going into the big ocean. I must confess I've never seen that in a Buddhist context, that's Hindu context of uh, Atman dissolves and we're all Brahma, the totality of everything. So I would be interested to know the Buddhist source in which uh, you found that statement. И вот эта аналогия с ручейками, которые вливаются в океан, я должен признаться, что я никогда не видел ее в буддийских источниках. Я знаю, она есть в индуизме, там, где говорится о том, что Атман в конечном счете растворяется в Брахмане. Но насчет буддийских текстов я не знаю. Вот если у вас есть источник буддийский, где вы встречали это утверждение, то мне было бы интересно. And although... The omniscient mind of Buddha Shakyamuni and the omniscient mind of Maitreya Buddha and all omniscient mind of all the other individual Buddhas are equal in the sense that each of them is omniscient. So the object of all of them is equal; is the same. But it's like different mirrors reflecting the totality of everything. Without the mirrors being separate from the totality. So that's a little bit funny. Uh, excuse me? So it's a little bit strange. That's why you have the. Uh, anyway. Translate. I forgot, I forgot, sorry. The. To repeat the mind, uh, the omniscient mind of Buddha Shakyamuni, and the omniscient mind of Maitreya, and the omniscient mind of each of the many Buddhas have the same object, which is everything. But that doesn't mean that they are the same mind. Uh, it's like different mirrors reflecting the totality, each of them reflecting the totality of everything without that mirror being separate from the totality of everything. Uh, Всеведение Будды Шакимуни или Всеведение Будды Майтрей или любого другого Будды – это одно и то же Всеведение в том смысле, что оно направлено на один объект, на, э, на все явления. Но э, при этом это не значит, что это одно Всеведение, что это один единственный ум. То есть они подобны зеркалу. Каждый из них, из этих Будд, э, подобен зеркалу, который отражает э, все явления. При этом нельзя сказать, что это зеркало отдельно от всех явлений. and one of the lines of reasoning which is uh, that's used for demonstrating the individuality of uh, each of the buddhas let's say Shakyamuni Buddha and Maitreya Buddha is that uh, different beings have built up a karmic connection with either this buddha or that buddha so why is it that only certain beings were born at the time of buddha Shakyamuni and were able to be so-called ripened by them and others have not but make prayers to be able to meet Maitreya so that you can be among Maitreya's disciples so that uh, indicates that they are individual beings uh, Какой пример? То, что у разных существ есть связи с разными Буддами. Например, какие-то существа родились в эпоху Будды Шакемуни, и они, как это технически описывается, пришли к созреванию именно в. Во время жизни этого Будды, в то время как другие не встретились с Будды Шакимуни, и они могут делать устремление о том, чтобы в будущем родиться, когда будет жить Будда Майтре и получить учение от него. И это как раз таким образом доказывают обычно, что Будда Шакимуни и Будда Майтре это два разных существа или два разных потока ума. This ties in with one of the written questions I was given. И это uh, связано с одним вопросом, который здесь написали. Уже есть множество Будд, но тем не менее в мире по-прежнему uh, омрачение, боль, страдания. Я не имею в виду, Is to help all sentient beings in an efficient manner, when the number of already existing Buddhas cannot put an end to everybody's suffering. Я не имею в виду, что стать Buddha это неэффективно в этом смысле, но почему в этом случае, но In short, the question is if Buddha couldn't uh help everybody, isn't it presumptuous for me to think that uh I could? There's so many Buddhas already. Why are there still suffering beings and why should I think that I could do any better than these other Buddhas? Uh, другими словами, если в мире уже так много Буд, и пока ещё в мире остаются страдающие существа, не будет ли это слишком амбициозным думать, что если эти Будды не смогли помочь этим существам, то я став Буддой почему-то смогу? Which ties in also with the first question that I was uh, written question here, which has to do with uh, what about all the insects and animals and so on? How can a Buddha help them? Что также связано с первым вопросом, который здесь написали, а именно, если ведь в мире есть множество животных, насекомых и так далее, как Будда может помочь им? Now, for Buddha to be able to help others, it uh, the power of buddha's enlightenment cannot override the power of uh, or the strength of people's karma that's a general sort of law of like conservation of energy there's only a certain amount of energy so buddha's enlightening <laughs> influence and the influence of people's karma that's the same one can't override the other if it could buddha would have liberated everybody already everybody would already be liberated Uh, здесь проблема в том, что просветляющее влияние Будды не может перевесить uh, силу кармы живых существ, потому что если бы это было так, то, конечно, Будда бы давно уже силой своего просветляющего влияния освободил бы всех существ. So, Buddha can inspire others, teach others, but they have to do it themselves, work themselves to build up these two networks, as we've been discussing.

People need to build up this positive force, and, uh, by, and one of the ways, of course, is showing respect, etc., to the Buddha so they can be an object for building a positive force and build up deep awareness by meditating on what Buddha taught. But people, you know, beings have to do it themselves. И вот мы рассмотрели различные факторы природы Будды, и среди них только вот эта третья группа факторов а именно способность нашего потока ума воспринимать вдохновение от Буд. Только здесь Будды действительно могут предпринять что-то с их стороны для того, чтобы привести существ к просветлению. То есть Будды могут давать вдохновение, Будды могут давать учи учения, но живым существам все равно самим нужно создавать эти две системы и да, Будды могут выступать объектом для накопления положительной силы, например, если существа совершают различные практики, развивая уважение к Буддам, и также они могут воспринимать учения, которые дали Будды, но в любом случае существам самим важно предлагать какие-то усилия. Now, in order to receive the inspiration and teachings of a Buddha, then а для того, чтобы существо могло получить вдохновение от uh, Будды, uh, оно должно быть восприимчиво к этому открыто. In a sense, have some sort of Uh, в некотором смысле у этого существа должна быть кармическая связь, если говорить uh, в этих терминах, uh, и это устанавливается, эта связь она устанавливается с определенным Буддой. And we see that very clearly. Some people are very inspired, whether we speak about Buddha Shakyamuni, or we speak about Guru Rinpoche, or we speak about uh, uh, Karmapa, or you know, Tsongkhapa, or whoever. Some people are very open and inspired, almost karmically, By Guru Rinpoche and other people feel nothing from Guru Rinpoche. Some people are completely inspired by Tsongkhapa. Other people feel nothing. И... So that's coming from the side of the person, not from the side of Guru Rinpoche or Buddha Shakyamuni or Tsongkhapa. Uh, кто-то восприимчив и открыт к Буди Шакимуни, кто-то к Гуру Ринпаче, кто-то к Кармапе, кто-то uh, к Цонкапе. И нельзя сказать, что это uh, со стороны самих этих просветленных существ происходит. Это зависит от кармических связей самого этого человека. И бывает так, что один человек чувствует uh, преданность или уважение к Падмасамхави, но uh, не чувствует ничего к Цонкапе или наоборот. What do you need? И, конечно, источник учения Будды Шакьямуни, но тем не менее бывает так, что у людей нет связи с Будды Шакьямуни, но тем не менее они могут получить учение, чувствуя вдохновение. К, uh, Цонгапе, или, uh, быть, Some people can learn more from reading the sutras of the Buddha. Some people can learn more from reading the Dharmas coming from Guru Rinpoche. Some people can learn more from reading the commentaries by Tsongkhapa. They're all necessary. The Guru. As they say, acts as the mirror through which the light of the Buddhas shines forth and actually reaches the disciple. So, this sort of karmic connection from the side of the disciple is uh, the reason why you have so many Buddhas and why we would want to also become a Buddha, because maybe there's some that uh, can be inspired by us. Uh, Ученики получают большее вдохновение, изучая сутры, некоторые изучая терма или дерма под масамхавой, некоторые изучая комментарии цонкапы и все эти учителя они выступают как зеркала, которые усиливают свет, который идет от солнца и благодаря этому они могут получить эти учения Будды. What was the last thing? that the gurus all act as a mirror. And then, yeah. So there's no reason for us to to think that there's no need for me to become a buddha in order mm -hmm. to help yeah. everybody because there may be some people who have a strong karmic connection with me that I may be able to be the conduit, the mirror for them through which to shine the, you know the various Buddhist teachings or И точно так же и нам самим uh, не нужно думать, что мы, uh, став Буддой, не принесем никакой пользы, потому что мы точно также uh, можем стать таким зеркалом, которое кого-то вдохновит. Uh, мы будем uh, таким образом отражать учение Будды или, может быть, учение Падма или Цонкапы, которые в свою очередь отразили учение Будды. So from our side. as it uh, descri is described in the mahayana sutras, we try to imagine when we teach, when we do some beneficial thing that we are teaching, or even if we're reading, that we are reading to an infinite number of beings around us. that is, you know, at least from our side, to try to build up that karmic connection with others. And but it has to be built up from their side as well. And we can, uh... стремиться создать такую кармическую связь с другими существами. Например, если мы даем учение или даже если мы просто читаем э, тексты, то мы можем представлять, что э, это слушают многочисленные живые существа напротив нас мы их представляем, э, и таким образом эта практика помогает создать э, связь со всеми существами, но чтобы эти существа получили действительно э, какую-то пользу, им также необходимо создать связь.

Я yeah. хотелось бы спросить, какой минимальный уровень бодхичитты нужен для безопасной практики в танках? То есть понятно, что многие из нас не обладают совершенной бадхичитой с совершенным достижением пустоты. Вот, то есть вот такой минимальный, в -то, уровень необходим для, для безопасной практики. Uh, definitely, uh, many of us don't have uh, uh, the ideal uh, level of uh, bodhicitta and uh, understanding of voidness. But what uh, can we uh, call the minimal requirement uh, of uh, bodhicitta level or understanding of voidness level in order to practice tantra safely? We would need the discriminating awareness that comes from hearing. You know, there are three levels of discriminating awareness, vaguely translated as wisdom, but anyway, discriminating awareness that comes from hearing, from thinking, and from meditating. So we would need the discriminating awareness from hearing to start with. Uh, для начала нам нужно uh, распоз распознавание, возникающее благодаря слушанию. Есть три uh, вида распознавания, возникающие благодаря uh, слушанию, благодаря размышлению и благодаря медитации. Также uh, термин распознавания здесь часто переводит более uh, расплывчатым термином мудрость. So we would need to have read or heard a correct explanation Of bodhicitta and voidness. So now we know that we got it correct. We're not uh, trying to generate something which is not at all what voidness is talking about or what bodhicitta is talking about. That for sure you need. Uh, нам для начала необходимо получить uh, учение о бадхичите и пустотности, причем это должны быть правильные учения, в правильности которых мы должны убедиться, то есть чтобы не получилось, что мы стараемся развивать бадхичиту или пустотность, то на самом деле это uh, не то, что на самом деле uh, значит uh, понятие бадхичиты и пустотность. and decisive. Decisive. This is what it, you know, this is what it means. То есть, нам нужно правильное понимание, и также наше понимание должно быть уверенным. Мы должны быть уверены, что вот uh, это именно то, что здесь имеется в виду. At least these are the words. Uh, во всяком случае, для начала, в отношении слов. Then, the discriminating awareness from thinking will result in understanding it and being convinced that it's true. And that I can achieve this. Uh, далее распознавание, которое появляется благодаря размышлению, uh, это когда мы размышляя понимаем, что да, uh, то, что мы узнали, это именно так, и более того, мы узнали, мы понимаем, что мы лично можем этого достичь. Now I doubt that we would have actually that we need to actually achieve that in full. In fact, I think that's quite difficult to achieve that in full measure. But I would think for starting out with uh, Tantra practice we have to be working on trying to understand it and really working on uh, am I fully convinced of it и я думаю что действительно полностью uh, обрести такую убежденность довольно сложно но для начала uh, практики тантра я думаю важно хотя бы начать над этим работать и uh, то есть начать размышлять что uh, анализировать так это или нет и uh, иметь какой-то уровень уверенности, что это так и что я могу этого достичь. Something like that. You know, whether or not it can be presumption. You know, presumption is uh, I assume that it's correct. I don't really understand it fully, but I assume that it's correct. Probably you could start with that as well. Yeah какое именно это должно быть понимание для начала это может быть хотя бы предположение когда мы говорим что я допускаю я предполагаю что это так и соответственно мы дальше продолжаем над этим работать проверяя так это или нет я думаю что вот возможно мы можем начать с этого предположения или допущения animals. First of all, of course, this is a individual being that because of previously built up karma in this particular lifetime as uh, as the resultant, you know, the ripened result has manifested a body of a and mind and so on of an insect or an animal. It's not going to always be an insect or an animal. Uh, and, uh, Uh, там я пропустил один момент связанный с тем как можно помочь uh, животным или насекомым uh, очень важно понимать что эти живые существа они просто временно находятся в этих телах поскольку они в прошлых жизнях создали определенные причины для того чтобы uh, теперь родиться в этом теле и с таким умом including. The fly that's buzzing around my face and so on, while I'm trying to go to sleep with the mosquito, in that way, at least from our side, we're starting to build up the karmic relation, and the relation between the two of us is not a relationship of me killing it, like the mosquito, but the relation of me wanting to, you know, wishing that it uh, could be free from suffering and be happy. So, the type of karmic relation that we build up with that insect or animal, do we shoot it or <laughs> kill it, or do we at least develop the wish to benefit it? Uh, makes a big difference. И для начала, со своей стороны, мы можем развивать желание, чтобы это существо освободилось из этого состояния, достигло в конечном счете просветления. А, то есть, когда мы говорим об этих, например, насекомых, в том числе о тех, которые а, нам могут докучать, например, мы пытаемся уснуть, а нам надоедает комар или муха, а, нам важно установить определенные отношения или определенную связь с этим существом, причем а, имеет значение какую именно. Мы не пытаемся убить а, это насекомое, избавиться от него. Вместо этого мы порождаем желание, пусть это существо достигнет просветления. Yeah. В Буддийской практике, и в частности в практике тантра, особое значение имеет коренной учитель. И в связи с этим вопрос, который довольно часто возникает uh, како, каково определение коренного учителя и может ли он быть один, или их может быть несколько? Uh, in Buddhist practice and especially in Tantra practice, uh, there is of And What is the definition of a root guru and is it possible to have a few of them, or should we have only one root guru? The root guru is not necessarily our first guru and not necessarily our main teacher, one that we receive the main, the largest amount of teachings from it. From whom? Uh, can from you... them. гуру – это не обязательно наш первый учитель и это не обязательно тот учитель, от которого мы получили наибольшее количество учений. Can be, but don't, it have to be. Это может быть так, но не обязательно. The, uh, root is the which something starts, but the root. The root of a plant is that through which it и uh, коренной учитель подобен корню. Вот почему он именно так и называется. Он не подобен семени, с которого начинается все, а он подобен именно корню, то есть той части растения, благодаря которому uh, оно питается. So that nourishment is referring to inspiration. You know, who is the teacher that really inspires us the most to practice, To uh, keep vows, to avoid destructive behavior, and so on. Who do we find the most inspiring? Who moves us the most? Maybe put this together with what we spoke about concerning Buddha nature. И uh, в каком смысле питает? Здесь имеется в виду получение вдохновения, то есть какой учитель больше других вдохновляет нас заниматься практикой сохранять обеты, избегать разрушительного поведения, то есть благодаря какому учителю мы можем развивать свои факторы природы будды, о которых мы говорили. И это может быть даже учитель, с которым у нас не было личного общения. Many people find His the Dalai Lama or the Karmapa or someone like that. Многие люди находят, что их больше других вдохновляет его стиль, что Далай-Лама, его Кармапа или другие подобные учителя, при этом у них никогда не было личного общения с этим учителем. И это даже может быть учитель, которого уже нет в живых, и мы могли знать его, когда он был жив, а может быть даже и нет, может быть мы никогда его не встречали. Uh, usually you wouldn't say that a historical figure, you know, like uh, Padmasambhava, Guru or Tsongkhapa, or Milarepa. the first Karmapa or whatever or whatever, that they were my root guru. That would be a little bit unusual to call them by that term root guru. But certainly we could find them extremely inspiring. Yeah, it's not... usually a, you know, a living person, either of this generation that we know personally, or maybe some people consider, let's say, like the sixteenth Karmapa, <laughs> even though they never actually met him and he's already dead, as the root guru. But it's much if it's the that's alive. И обычно исторических а, учителей не называют коренным а, гуру, например, под Масамхау, или цонкапу или первого кармапу Миларепу. А, хотя, конечно, от них можно получать а, вдохновение, но а, тем не менее традиционно их коренным и гуру не называют. Обычно все-таки имеют в виду учителя, с которым мы знакомы, или, может быть, во всяком случае, учителя предыдущего поколения, например, многие считают своим коренным гуру 16-го кармапу. И в целом, конечно, в большинстве случаев проще получать вдохновение от учителя, если мы знали его, когда он был жив, или знаем его. Being in the presence of a teacher when they are teaching live, even if it's in a huge audience, and just watching a video or just listening to a recording or just reading their book, being in the actual presence of the teacher is much, much more inspiring. рядом с учителем, когда он дает uh, даже учение, не обязательно лично, но если это личное присутствие, uh, это значительно более вдохновляет, чем когда мы видим, смотрим видеозапись или аудиозапись учителя или читаем книгу. Это можно сравнить с тем, как мы сходили на настоящий живой концерт или послушали музыку в записи. Довольно большая разница, не правда ли? So like that, the uh, root guru is usually somebody that we have at least had some sort of uh, live contact with and is the most inspiring. And it could be more than one person. We don't have to uh, grade them, you know, and say, well, this person I get this much inspiration, and that one I get that one that much, and so on. Таким образом, коренной гуру – это тот учитель, от которого мы получаем э, больше всего вдохновения. Э, и, э, как правило, это тот, кого мы э, встречали э, вживую, не обязательно лично. И э, у нас может быть несколько коренных гуру, при этом не обязательно их каким-то образом ранжировать и говорить, что от этого я получил столько вдохновения, от этого столько, это на первом месте, это на втором. Although the role of a teacher, to give instruction, to correct us when we are making mistakes, and uh, give us personal guidance, and so on, are very, very important. The most important role of the teacher is to inspire us. Important as they say, the beginning, middle, and end of the practice. И, хотя, uh, нам учитель также нужен, потому что учитель может исправить наши ошибки. и потому что он может дать нам наставление, но вот эта роль учителя давать вдохновение, она более важная. Говорится о том, что она важна как в начале, так и в середине, так и в конце. Есть еще один вопрос в письменном виде. You said that while in a hell, bodies don't have any limits as to their perception of pain. As opposed to human bodies. Uh, вы говорили о том, что у существ Ада нет ограничений физических uh, относительно той боли, которую они могут испытывать uh, в противовес людям. Hell. Но насколько я знаю, нет uh, такой вещи, как uh, независимо существующий ад. So uh, it's just uh, the uh, production of the mind. И это просто продукт нашего ума. Означает ли это, что ум сам причиняет себе боль, создавая для этой цели ад? Well, hell realms, of course, uh, don't exist independently of, what should we say, the karma built up да, безусловно, ады не могут существовать независимо от uh, кармы в потоках ума живых существ, которые таким образом части частично ответственны uh, за появление этих адов, uh, но точно так же, как и многие другие факторы. But, We did see, if you recall, how karma ripens. Мы, uh, and we saw that it ripens into a number of different uh, things. Uh, увидели, uh, uh, so the unhappiness or pain or suffering is just one of the things that uh, comes from karma. И несчастье это только один из видов созревания uh, кармы или отрицательной кармической силы. И наряду с ней есть еще. Uh, наряду с этим есть еще и uh, физическое тело, которое служит основой для uh, переживания этой физической боли и страданий.

in terms of a, a, human rebirth, why wouldn't they be evident also in other types of rebirths, such as the hells? Evident. Present. Existent. Exist. И если uh, все эти... Uh, evident means not only exist, but uh, it can be perceived. Uh, если все эти кармические uh, последствия могут быть uh, восприняты нами здесь, в мире людей, точно так же они существуют и могут быть восприняты и в мире адов. Do they exist independently? No, of course not. They exist dependent on karma, on the beings that are there, on the elements that they are made of. Earth, water, fire, air, these type of elements from the Buddhist point of view. Uh, существуют ли эти ады независимо? Uh, нет, конечно, они зависят от uh, Uh, кармы от существ которые в них находятся от uh, тех элементов или стихий, из, которые, из которых состоят эти миры то есть огня земли воды и так далее потому что у нас есть этот сенсорный Has ripened from karma to be a human, so it can only perceive a certain range of types of elements. Hell beings have sensory apparatus that could perceive the elements that make up the hell realms. И можем ли мы, люди, с помощью наших органов чувств воспринимать те элементы или стихии, из которых состоят те миры, адские миры? Нет, точно так же, как и нет, потому что наше восприятие мира людей, оно возникло из кармы родиться человеком. Точно так же, как и восприятие существ ада, оно возникло из-за кармы родиться существом ада. So, although, from the Buddhist point of view of logic, It is not a valid argument to argue by analogy. It doesn't necessarily prove something that just because it's like this in the human realm, it's coming from karma, that it also should ripen by analogy like that for a hell existence. But that's not you know, uh, listed as a valid means of uh, knowing something. Uh, and Uh, и это не будет с точки зрения буддийской логики достоверным доказательством. То есть то, что я сказал, что это происходит в мире адов точно так же, как это происходит в мире людей. Uh, тем не менее. Nevertheless, I don't see any great objection to that way of analyzing. Uh, вижу, any great fault. Uh, я не вижу больших ошибок в uh, таком анализе.

Или то, что они не существуют, потому что я не понимаю, как они могут существовать, это тоже не было бы достоверной причиной. Окей? Okay. Questions? А есть, есть ли еще вопросы? Скажите так, коротенький вопрос. Вот если мы имеем не одно, а несколько посвящений, и в конце концов, понимаем, что одно из посвящений нам наиболее близко и что через него мы наиболее быстрее сможем достичь, достичь пробуждения, можем ли мы отдаться полностью изучению вот именно этого тантрического посвящения ущерб остальным? Uh, if we received, uh, uh, let's say, several tantric empowerments, and at some point we found that one of them is the most effective, and if we practice only that and study only that uh, system of practice, it will be the most efficient and we will attain enlightenment uh, quick, more quickly. Uh, is it possible in this case uh, to decline all other uh, empowerments and uh, dedicate ourselves only to this one? Yes, absolutely, that is the classic way of practicing. Yeah, of course, way of so it's the Dalai Lama has explained like that. And that uh, in the beginning, it, uh, depending on our capacity, that it is uh, helpful to receive many different uh, empowerments because it gives us a little bit of a taste of different uh, practices and so on. В начале когда мы начинаем тантрическую практику, полезно получить несколько разных посвящений чтобы мы могли попробовать ощутить различные практики, как они на нас влияют. And of course some tantric practices have more emphasis and more detail on one aspect of the practice and some have more. И также в разных uh, практиках делаются разные упоры или акцент uh, в одних один в друг в других другой, поэтому занимаясь разными практиками одновременно, uh, когда мы занимаемся разными практиками одновременно, они будут поддерживать друг друга. But when we are ready, quote 24 hours a day, seven days a week, to the practice to attain enlightenment. You know, we're really going to do it, you know, off to the cave, and we're going to do it for the rest of our life. At that point, you have to choose one. И я процитирую его святейшество, В тот момент, когда мы действительно собираемся достичь с помощью этой практики просветления, и мы собираемся заниматься ей 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и мы уходим в пещеру для этого до конца своей жизни, то тогда в этот момент, безусловно, нам нужно выбрать только одну. I don't know what uh, is the uh, usual advice in that uh, situation. One can think of uh, two things come to my mind. In этом случае оставляем ли мы все остальные практики? Но вот я не могу сказать точно. мне приходит на ум две мысли. Both from circumvention. One, the same thing of putting it up on the shelf. You know that. Uh, you yeah, uh, have respect. It's like uh, you know you've gone from one stage of practice to the next. So you now there's no longer the need to do this uh, um, initial step. It gave you your foundation. Во-первых, uh, практики на полку, что мы уважительно просто оставляем эту практику и говорим, что на каком-то уровне она нужна была мне, она дала мне какую-то основу, но теперь уже она не обязательна. And the other piece of advice he gave to a very strong practitioner of yomantika, a forceful form of manjushri, was can't yomantika recite omani pe me hum? Uh, другой совет Сэйкон uh, Паче <laughs> дал практикующему, uh, который uh, занимался практикой Ямантаки, это гневная uh, форма Манджушери, uh, и он ответил: разве не может Ямантака произносить мантру Умани Пимехум? <laughs> You know, do a little Omani Pei Hum, even if we are intensively practicing some other deities. This is our path to enlightenment, but we are not talking about doing all the detailed practices. You have to but... focus on one when you are, but when you are sincerely ready to devote yourself a hundred percent to attaining enlightenment, that is the point. Uh, yeah. Таким образом, если мы даже сосредоточиваемся только на одной практике, это все равно не значит, что мы не можем читать мантру Мани Пэмихум. И э, все, что по этому поводу я сказал, относится именно к тому моменту, когда мы уже на 100% собираемся посвятить себя одной практике, с помощью которой мы намерены достичь просветления. По and it's becoming more and more of, a, of an issue, of a difficult uh, situation for people in large cities around the world where there are 20, 30, 40 different Dharma centers from different teachers and different organizations. Which one do you go to? И это становится все большей сложностью для многих людей в крупных городах, где бывает по 20, 30 или даже 40 хромоцентров, разных учителей, разных организаций. И встает вопрос, а в какой-то хромоцентр ходить. The internet, so а если мы ищем информацию в интернете, то мы увидим, что доступно даже больше, и как там выбрать. And in the beginning... I don't think that there's any harm. I think it's beneficial to shop around. In other words, to visit a few of them and to see what it's like. How does it suit us? And of course, there are many variables here, which makes it very difficult. И, конечно, есть много переменных, много факторов, которые усложняют ситуацию. The, you know, you teacher, you know, uh, с одной стороны это фактор учителя, с другой стороны фактор uh, самого учения. Uh, учитель может быть не очень хорошо объясняет учение той или иной линии передачи. That could influence our choice. Uh, далее люди, которые ходят в этот uh, центр, которые также могут повлиять на наш выбор. То, uh, uh, как организован центр, также может uh, повлиять на наш выбор. То, uh, что делают наши друзья, точно так же, то есть uh, uh, что делают, куда ходят uh, те, кого мы знаем. Or a geographic location; it just happens to be less time to get there from my house than others. Or the location of this center; it's possible to get closer to it from my house. this becomes very difficult because uh, then the question is which one of these criteria is the most valid. And this becomes a сложным difficult decision because возникает вопрос the question всех which of these criteria is the most important. And we need to feel some sort of connection with hopefully the teachings and the teacher. Not so much, well, you know, I like the, the, the room that it's in or uh, it's close or something like that. It's the same criterion in terms of the Tantra practice. You need to feel some sort of connection with it. <laughs> Uh, и в лучшем случае это связь с учениями или с учителем. Uh, и, конечно, это не должна быть uh, чувство связи на основе того, что нам нравится комната, в которой это происходит. И uh, то же самое верно и при uh, выборе uh, тантрической практики. Нам также важно ощущать определенную связь. And with the Generally a feeling of being comfortable. It's like you try on, you know, different pairs of shoes, and this one really feels comfortable. This one is too tight. This one. Yeah. For some reason or another, it doesn't seem right. It just feels right. И, uh, важно uh, почувствовать вот такую вот связь с той или иной тантрической практикой. Точно так as, uh, как, например, когда мы выбираем. Обувь. Мы чувствуем себя комфортно в одной паре обуви, а не в другой. Где-то нам какая-то пара нам кажется слишком узкой, да, она жмет, что-то нам просто где-то не нравится. То есть нам важно выбрать ту практику или тот центр, где нам комфортно, что кажется нам правильным. And we really feel that this one suits me, and I'm ready to put my full-time effort into its practice, that then, you know you just stay within one line. If is Uh, важно, чтобы мы действительно уже имели какой-то опыт, uh, знали бы, что в целом uh, существует, что доступно, и uh, из uh, всего этого разнообразия мы бы поняли, что вот именно эта практика подходит нам больше других, и мы готовы именно ей себя полностью посвятить. But uh, to commit ourselves to just one tantric practice or to just one center or one this or one that without really having some idea of uh, what's available sometimes it will work you know you fall in love and marry the first person that you meet that you fall in love with and other times it doesn't work и может так что первый центр или первая практика с которой мы встретились Uh, ну, в принципе, такое возможно. Uh, например, мы можем влюбиться в человека и сразу же вступить в брак. Но uh, лучше, конечно, если мы знаем uh, все разнообразие этих практик или центров. But we don't have to try Но нам не обязательно пробовать все. It's worth.

и наоборот, есть э, ламы или тантрические божества или практики, к которым мы э, чувствуем некую неприязнь. И в этом случае нам не нужно себя заставлять. Итак, чем тем таким должны идти всему только потому, что там. И также крайность, которую нужно избежать, это uh, когда мы ходим на все uh, посвящения или во все центры uh, просто потому, что uh, получая на каждое новое посвящение, мы чувствуем, что становимся более святым, или, может быть, потому, что мы не хотим ничего пропустить, и, раз уж это доступно, то мы uh, идем. But whether we're talking about a tantra practice or a dharma center, it's important to always maintain respect for them, even if we decide this is not for me. Но а, а, к чему бы мы ни обращались в тот или иной дхарма-центр или какой-либо тантрической практике, важно в любом случае сохранять уважительные отношения, даже если мы поняли, что нам это не подходит. Because, in fact, some people derive benefit from them. Uh, люди, возможно, and as Shanti deva said, if we wish everybody to be benefited and to be happy, it's contradictory to think that uh, if I'm not the one that benefits them, then we are uh, jealous, and you know, I don't like the fact that they're benefited by somebody else. You know, something that doesn't suit me, for example. И, как говорит Шинти Дева, если мы хотим принести пользу всем живым существам, то было бы нелогично тогда завидовать, например, каким-то центрам, потому что, хотя мы не получили от них никакой пользы, какие-то другие люди получили пользу, потому что мы, разумеется, хотим, чтобы каждый что-то свое получил. In other words, rejoice that they are benefiting from a different practice or from a different center, rather than just being filled with a very critical mind. Uh, словами, других, что, uh, практика, центр, uh, That's not very easy to do, however. Especially if you have strong self-cherishing. Но uh, сделать это на самом деле не так-то и просто, особенно если у нас большое себелюбие. Мы потратили на вопросы довольно много времени, но я думаю, это полезно, особенно если у нас не так много возможностей задавать вопросы. И последнее, что я хотел бы объяснить в этой теме, uh, говоря о природе Будды и о том, uh, как работать над факторами природы Будды в сутре и тантре. Concerns a different division of the Buddha-nature factors. Uh, связан, это, это uh, uh, right. We covered the more common uh, division scheme of uh, these two networks and this uh, enlightening, uh, you know, being uh, able to be inspired aspect. Uh, мы уже рассмотрели, uh, наверное, самую распространенную классификацию, когда мы говорим uh, о двух uh, системах и о способности получать вдохновение. Another scheme is in terms of uh, five aspects. И есть еще одна схема, uh, которая связана с пятью аспектами. Sometimes referred to well, let me leave that for a moment. Uh, body, speech, mind, good qualities and activities. right, we all have body, we all have some ability to communicate, we all have a mind, some rebirth states, the body might be super subtle, but anyway, we have these, we all have some sort of uh, qualities. У каждого существа есть uh, тело, даже если это очень тонкое тело. В некоторых видах перерождений uh, есть способность взаимодействовать с другими, uh, есть ум, определенные качества и, наконец, те или иные активности или деяния. When we hear the term uh, Buddha families. Когда мы слышим термин uh, семейство Буд, uh, 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 вот это слово семейство, оно uh, на самом деле то же самое, что и санскритское слово для касты. family factor. That will allow us to become a Buddha. И здесь имеется в виду определенная черта или характеристика, которая относится к тому или иному семейству Будды, которое позволит нам достичь состояния Будды. Таким образом, весь все это изложение семейств Будды, оно как раз связано с природой Будды. So you know, don't think that it's talking about something totally different. it's talking about the same issues that we've been speaking about, the factors that will enable us to become a buddha, but just from a different um, scheme. so, although we could say body, speech, mind, Qualities and activity are, you know, these five traits, these Buddha family traits. More common is to divide each of them into the five Buddha family traits. Из этих тела, речи, ума, качеств и активности также из них можно выделить в каждом в каждом из этих пяти Uh, можно выделить uh, также пять других so five of body, five of speech, of mind, то есть тело также разделяется на пять частей речь разделяется на пять частей и так далее Now, in terms и когда мы говорим с точки зрения сутры там акцент делается On, uh, this, this is the system of the five types of deep awareness, what's often just referred to as the five types of Buddha wisdom. But that's a bit misleading term. И этот ум разделяется на пять типов глубокого осознавания, которые также часто переводят как «пять мудростей Будды», но этот термин «мудрость», он довольно вводит в заблуждение. Потому что это факторы природы Будды, и они есть у каждого существа. We have information есть зеркальное глубокое осознавание э, благодаря которому мы воспринимаем информацию Equalizing, which is to consider different pieces of information together so seeing patterns уравнивающее благодаря которому мы можем сопоставлять различные э, единицы информации то есть объединять их в паттерны или в шаблоны individuals these together когда мы например смотря на группу людей можем сказать что вот эти три человека это женщины то есть мы uh, их относим к одной группе то есть это осознавание которое позволяет нам их объединить uh, individualizing deep awareness to... You know, know the individuality of something. Uh, индивидуализирующее глубокое осознавание — это то, что позволяет нам знать uh, индивидуальные качества явлений. Accomplishing Свершающее глубокое осознавание позволяет нам что-либо делать uh, с объектом. Like to eat food, to eat the food. Например, когда мы едим пищу. And, uh, <laughs> and the, uh, Сфера uh, deep И далее глубокое осознавание uh, сферы реальности и на самом деле это uh, когда мы знаем, чем является тот или иной объект, uh, то есть его обусловленную истину или относительную истину, а также как он существует. So they work together. You know, you take in the information and then the deep sphere of reality, you know, what it is. Take it, you put things together, equalizing, and then sphere of reality. They're all women, you know, what they are. What is the thing in common? Individuality, you know, they specify something, then deep awareness, the sphere of reality, what it is. Accomplishing to do something, sphere of reality, what to do. Eat. Uh, yeah, uh Эти все пять типов глубокого осознавания работают одновременно. Например, мы воспринимаем информацию, мы видим людей. С помощью уравнивающего глубокого осознавания мы понимаем, что перед нами три человека, которые являются женщинами. Uh, мы при этом с помощью uh, осозна... глубокого осознавания сферы реальности знаем, что это женщины, кто они, uh, то есть что именно их объединяет. Uh, и... Или, например, в случае с uh, пищей, мы точно так же воспринимаем информацию, понимаем, что это пища, с помощью совершающего глубокого осознавания мы что-либо делаем, то есть едим эту пищу. И так работает ум каждого существа, включая таракана. Are all food. Uh, этот таракан, может быть, не знает слов, но, безусловно, он знает, что съедобно, что несъедобно, и он может uh, отнести несколько разных объектов к одной и той же категории съедобное. Which means that even in a cockroach rebirth, we ourselves, our minds, will still function with these five aspects. They are Buddha nature aspects. Uh, in a samsaric level, on a samsaric level. They would be very limited in their scope. Uh, as a uh, Buddha, if we can get rid of all the limitations, all the obscurations, then they would function as deep awareness of a Buddha. We call When we speak about the deep awareness Dharmakaya, deep awareness is not just. И когда же мы достигнем состояния Будды, то uh, мы будем uh, использовать все эти аспекты без ограничений, поскольку uh, будут устранены все омрачения. Соответственно, когда мы говорим, например, о глубокому осознаванию дхромкаи Будды, то имеется в виду не только способность Будды познавать одновременно две истины всех явлений, но и то, что у Будды полноценно работают вот эти вот пять типов глубокого осознавания. Будда с помощью своего uh, зеркалоподобного или зеркального глубокого осознавания способен воспринимать абсолютно всю информацию. Это как раз и означает, что он обладает всеведением. All the information about everything. Accurately. Он способен точно воспринимать всю информацию обо всех явлениях. Uh, далее, уравнивающее глубокое осознавание подразумевает, что любовь и сострадание будут распространяться на всех в равной степени. Voidness, voidness uh, Будда понимает пустотность. Он понимает пустотность всех явлений одинаково. Будда понимает пустотность. Он понимает пустотность всех явлений одинаково индивидуализирующего осознавания Будда воспринимает каждое живое существо а, как отдельное, как индивидуум. Knows to do with to help bring them to с помощью совершающего сверш... uh, глубокого осознавания Будда знает, Uh, что нужно делать для того или иного существа, а именно, uh, что их нужно привести к освобождению просветлению, и каким образом. и, uh, uh, Глубокое осознавание сферы и реальности означает, что Будда знает, что именно нужно делать, и uh, также он знает две истины. Когда эти пять типов...

то uh, тогда uh, на уровне сансары у нас возникают uh, пять беспокоящих эмоций. So rather than taking an information, it's sort of clouded and we just don't know. So we get naivety. Uh, вместо того, чтобы воспринимать информацию, uh, мы uh, воспринимаем ее туманно, то есть мы просто не знаем, и это наивность.

When individualizing deep awareness specifies one particular person or one particular thing, then it gets clouded with this confusion, and we feel tremendous longing, desire. I have, have to have it or attachment. If we already have it. Если омрачается наша глубокое осознавание то тогда выделяя Uh, что-либо какой-либо объект uh, мы uh, у нас возникает uh, желание я должен получить это или если у нас уже это есть то uh, привязанность cloud mixed Uh, если из-за заблуждения омрачается глубокое осознавание, uh, если из-за uh, заблуждения омрачается совершающее глубокое осознавание, то uh, как только мы видим, когда другое существо пытается что-то сделать, то у нас появляется зависть или ревность. Of reality. Deep awareness, we differentiate what something is. Where we discriminate between what something is and what something is not. We know what it is. It's this and it's not that. Uh, uh, понимаем, чем, uh, and when that's mixed with confusion, then that aspect of what something is not becomes a strong rejection of the thing, anger, repulsion. Uh, если у нас uh, из-за заблуждений омрачается uh, глубокое осознавание сферы реальности, uh, и мы видим, что этот объект не является чем-либо, это может вызывать у нас uh, сильное отрицание, отвращение, гнев. So in sutra practice we would uh, try to dissolve that uh, confusion from these uh, disturbing emotions. To access the deep awareness that is uh, underlying it. In sutra practice? In sutra practice, uh, we would do that. This is uh, actually the Mahamudra method. Mahamudra method, according to the Geluk and uh, Kagyu way of practicing it, is uh, done either on sutra or tantra level. So it's in common. И, depending on which level of mind we're using. В сутре есть практики, благодаря которым мы, а, а, когда появляются эти различные виды заблуждения, мы их растворяем и таким образом достигаем глубокого осознавания. И в сутре эти практики, например, есть в традиции Махамудры, например, Махамудра Гилкагью и

Традиция Сакья учит махамудри только на уровне тантры, в то время как в гилук и кагью существует махамудра уровня сутры. И также есть uh, схема, когда эти uh, пять видов глубокого осознавания сопоставляются с uh, пятью совокупностями. So the -like naivety associated with the form. Uh, зеркальное глубокое осознавание и наивность uh, связывают или сопоставляют со совокупностью форм right. information deals with forms of physical phenomenon. You know, shape, uh, color sound etc. то есть мы воспринимаем, uh, мы воспринимаем информацию которая

равенств или уравнивающее глубокое осознавание, которое соответствует гордыне, ее сопоставляют с совокупностью чувств, то есть чувство счастья или несчастья. Why exactly? It's put together there. I uh, don't have complete certainty about. Почему ее относят именно к uh, этому, uh, сопоставляют именно с этой совокупности, я точно не знаю. But uh, I think it has to do with uh, the fact that uh, on a Buddha level we have uh,

Далее индивидуализирующее глубокое осознавание, которое uh, также связано с uh, привязанностью или страстным желанием. Когда из uh, выделяя различные индивидуальные качества, uh, нам кажется, что uh, какой-то из объектов особенный и мы должны им обладать. Uh, вот uh, этот вид глубокого осознавания и, соответственно, эта беспокоящая эмоция, в свою очередь, связаны с совокупностью развлечения, то есть uh, совокупностью, благодаря которой мы можем отличать один объект от другого. Accomplishing deep awareness, which could be uh, distorted into uh, jealousy, It's correlated with the aggregate of other affecting variables, the most prominent one of those being intention or urge, it's karma. И осуществляющее глубокое осознавание, которое соответствует э, зависти или ревности, оно э, в свою очередь сопоставляется с совокупностью прочих воздействующих переменных, поскольку среди них э, одна из главных ⁇ это побуждение или э, намерение, э, которое как раз связано с кармой. Когда мы хотим, у нас возникает побуждение что-то сделать

Объект, so what it is, what it is not, this is correlated with the aggregate of consciousness. primary consciousness is aware of the essential nature of something. is it sight? is it a sound? is it a smell? is it a taste? you know, what it is, what's the general essential nature of something? Uh, you that's was... what it's aware of, primary consciousness. И его сопоставляют с совокупностью сознаний, среди которых есть первичное сознание, которое воспринимает так называемую сущностную природу всех объектов, то есть оно определяет к какому типу относится тот или иной объект, будет ли он звуком, или запахом, или видом, зрительным образом. So we have... in the same scheme of the five buddha families, we have on a samsaric level our five tainted aggregates, and on the buddha level, if you purify them, get rid of all the confusion and stuff, then you will have five untainted aggregates. a buddha also has a system of five aggregates. Uh, пять uh, совокупностей и очищая их uh, от различных uh, загрязняющих факторов, мы достигаем uh, пяти совокупностей Будды, то есть пяти чистых совокупностей. All the forms that a can in. Uh, это все те формы, в которых Будда может проявляться. Feeling of bliss. Это счастье неиспорченного блаженства, это, это чувство неиспорченного блаженства distinguishing absolutely everything with omniscience. Это способность отличать uh, все объекты друг от друга. Uh, это uh, происходит благодаря всеведению. Other affecting factors: infinite compassion, infinite love, you know, infinite activity to benefit everyone. Uh, Далее прочие uh, воздействующие переменные, такие как uh, бесконечная любовь, сострадание, бесконечная активность на благо всех существ. И в виде сознания uh, у Будды есть uh, всеведущее uh, осознавание Будды. И это может быть, uh, это можно понять как на уровне сутры, так и на уровне тантры. Now in tantra, and you know, to lesser or greater extent depending on which class of tantra we also have these five buddha families with respect well in general you know you have uh, different number of buddha families explained in the different classes of tantra no need to give you all the detail and in different classes of tantra uh, there are differently explained these five families of buddha and I will not go into details well, might as well mention it since I can remember it. Three Buddha families in uh, Kriya and Charya Tantra, four in Yoga Tantra, five usually in Anuttara Yoga, although some systems have six. Four and, Kriya and Charya have, two, have three. Yoga Tantra v, has four, yoga 4 and Anuttara Yoga has five, although some Anuttara Yoga systems, like Kala Chakra, has six. But if we speak in terms of five, for instance, like we've been speaking in terms of our system of five aggregates and five types of deep awareness, then you can divide body. Remember, we said we had body, speech, mind activity and good qualities and activity. So you can divide the body into these five and you get the so-called five Dhyani Buddhas. <laughs> if we I will repeat, if we use the scheme of five so called Buddha families, it's five Buddha family traits as we have in the Nutri Yoga Tantra. Uh, если мы используем uh, эту систему из uh, пяти тхьяни uh, как он в соответствии с uh, тем, что у нас есть в Анутара йога тантре that, uh, body, speech, mind, these five groups, these five мы говорили о том, что мы можем разделить эти пять тела, речь, ум, качества и активности еще на пять. Of the into these five. И сейчас мы до этого момента говорили о том, как разделяется ум на эти пять э, семейств Буд, и также мы говорили о том, как это сопоставляется с пятью совокупностями. We can divide body into these five, Точно так же мы можем разделить тело на пять тех же самых частей. Those take the form of the five so-called Dhyani Buddhas. Которые разделяются на пять и это термин который придумали уже на западе его не было изначально в санскрите в санскрите или в тибетском. Remember we had this word uh, family trait, you know, buddha family is actually the word caste. so in it, you have a um, main figure, you have a female figure, you have a male bodhisattva, you have a female bodhisattva. you know, this caste or family is made up of different members. Uh, and if you remember, we черты семейства Буд вот это э, семейство Будды, э, то же самое слово, что и Каста, и точно так же в каждом из этих семейств есть целая группа, э, там есть Будда, мужской, э, женский, женск Будда, э, как сказать, женские и мужские Будды, также женские и мужские Бодхисаттвы. So, what does all this mean? И что все это означает? We have these Buddha family traits, these five Buddha family traits, uh, which cover, each of them cover many, many different aspects or dimensions a body dimension, a speech dimension, an aggregate dimension, and so on. Uh, которые uh, в совокупности uh, составляют вот эти вот различные измерения тела или речи и так далее. И они могут существовать или быть созданы на уровне сансары и на просветленном уровне все вот эти вот разные измерения. So when we say in uh, and of course it would be correlated with elements and with senses and so on. you know, there's huge amount of correlation that's made.: конечно, все еще с элементами или стихиями, органами чувств так далее. То есть множество разных или So when we say in Tantra practice that uh, the aggregates take the form of uh, this Dhyani Buddha or that tanani Buddha, or the elements are in the form of this, female buddha figure or that female buddha figure and so on we need to understand this in terms of the scheme of these five buddha families five buddha family traits different types different parts of our body or different our in many of the Anuta Yoga tantra practices Anutra, Yuga, we imagine within our body many different uh, deities, like Gukhi and Gukhi Samaja system. Many of you received that in India this last year from His Holiness. Some of you received it. мы представляли в, мы представляем в своем теле различных божеств. Например, это происходит в системе Гухья Самаджи. Многие или некоторые из вас получали, должно быть, это посвящение в прошлом году от его стей, что в Драмсале. schools или если это не божества, которые находятся в теле, то это божества, которые находятся в мандале, и uh, это не касается не только Гухья Самаджи, но и множества других тантр uh, во всех школах. So, of of forms, or of feelings or so on, is in the form of, you know, the of forms in the form of Feelings in the form of -sambhava. Mm -hmm. и различные совокупности в этой мандали проявляются в виде разных uh, буд. Например, совокупность uh, формы, она проявляется в виде вырачаны uh, совокупность чувств, feelings as, uh, -sambhava. в виде ратна-самбхавы, rat, uh, различение в виде амитабхи, и Uh, other affecting variables as uh, Amoga City, uh, consciousness as Akshobhya. Uh, this is in the system of Gukhya Samaja. Obviously, in different Tantra systems, different Buddhas are associated with a different with different aggregates. It's not always exactly the same system, as we all know. There are many, many variants within Buddhism. И во всяком во всяком случае это uh, то, что есть в Гохья Самаджи, а в других системах могут быть другие соответствия этих uh, буд и uh, совокупности. То есть, опять же, в разных системах uh, все у нас будет по-разному. Это только один из примеров. So we need to understand these type of uh, teachings and practicing within this context of Buddha family and Buddha nature.

Uh, таким образом, в заключение можно сказать, что uh, мы в практике занимаемся развитием этих различных факторов природы Будды с помощью методов или сутры, или тантры, и именно от этих же факторов и зависит то, uh, что мы переживаем в сансаре. Uh, таким образом, uh, у каждого из нас есть эта рабочая основа или рабочий материал, и только лишь от нас самих зависит, что именно мы сможем сделать uh, с помощью этого. Uh, при этом мы uh, работаем, при этом многое зависит от нашего намерения uh, и от нашего uh, посвящения, от того, чему мы uh, эти пр практики посвящаем. И наш курс подходит к концу, и давайте закончим посвящением. Пусть вся та положительная сила и то понимание, которые появились в результате этого, пусть они становятся все глубже и глубже и выступают причиной для того, чтобы мы смогли достичь просветления ради всеобщего блага и того, чтобы все существа достигли просветления.